моего тренера. Густая, крепкая, сильная борода. Я все время хотела быть похожей на своего тренера, но приоритеты сменились, а борода осталась. Но мне в руки попало замечательное средство. Называется оно «Галька и Галыш». Это система домашней сахарной депиляции. Мы просто наносим средство на кожу шпателем, потом берем и снимаем салфеткой, и все. Кожа гладкая. Как видите, на моем лице больше нет ни усов, ни бородишки, одни брови остались. Но я думаю, скоро и с ними мы покончим. Ну и ноги, конечно, стали лучше.